вот, черноватый. А нет, не черноватый, а какой же он? О, седенький, деденька седенький. Покраше того, баю-баюка-то, периночка пухова, а у дитятки моего и помягче того, баю-баюка-то, одеялочка тепло, а у дитятки моего и помягче того, баю-баюка-то, изголовье высоко, а у дитятки моего и повыше того, баю-баюка-то. Погода-то даже удивительно, а мы сидим. Эх, хоть бы погулять куда сходить. Что? А вот погоди. А дай срок. Посплю полчасика. Тогда и погуляем. А кавалеров-то у нас один, другой, третий. А в чём-то? Гулять-то у нас и не с кем! А кто тебе виноват? Не мне же искать тебе кавалеров, он все эти по улицам-то не расставит. Разве что и полит зайдет. Ой, то верно, зайдет. День-то сегодня праздничный, а? А? Что ему дома-то делать, а? Вот тебе и кавалер. И я искала, сама обрящила. Ой, вольница ты у меня! Ой. Его как подцепила-то? Да очень просто. Шла я как-то из города. Только из всего
Только из всего чего еще-то? Много ты воли на себя взяла. Ой! А вы заприте! Болтай еще! А вы заприте! Болтай еще! А вы заприте! Болтай еще! Болтай еще! Болтай еще! Болтай еще! Такой черноватый. Вы эфиоп, что ли? Возможно. Седой? Точно, седой. А я-то что? А я-то черноватый. Ай! Ахов, что ли? Точно, Ахов. Ну такой большой. Так среднего росту? Ну, а поди и так. Ну, что же он? Ну, проснись ты, делай милость-то, ну. Ай, ну что проснись-то? Что проснись-то? Не походя я сплю, а когда время? Есть. А-а-а! Кланяйся, говори. Ага, да. Немного ж ты сказала. А что говорить? Коль нечего. Так, нет. Зайду, говорит. Вот. Когда? Ну? А мне-то почем знать, когда он зайдет? А, да! Нынче зайдет. Нынче, ну такой черноватый, как седой медведь. Точно седой. А я-то черноватый. Эго болит, господи. Горе чарту, только послом посылать. Растолкует все, как по-писаному. Деденька сеченький. Маменька! А этот ваш Ахов? Дядя Ипполиту? Ну да, дядя. Вот придет... Гулять идти помешает. Зачем это он? А мне-то откуда знать? Вот что значит богатый человек. Распостылый он, не распостылый, а все-таки гость. Вот никакого мне от него барыша нет и не предвидится. А вот как ты ему миллиончику скажешь, что поди прочь? И какая-то в людях подлость пошла. Деньгам кланяться. Вот поди ж ты, отымем ему деньги. И вся цена ему грош. А везде ему почет, и не то чтобы с корысти, а как будто бы он на самом деле путный. И отчего это не скажут таким людям, что не нужен ты нам и со всеми твоими миллионами, потому как ты скот бесчувственный. А вот не скажут в глаза. Не скажет. Чего это он к нам повадился? Должно быть влюблен. В кого? Да я так думаю, вас. Ой, а не в тебя. Какая ему пара. А вот вы, маменька, в самый раз... Отец, так меня столько в дрожь раз ударял,
Ой, веришь ты? Ой. Как я зла на этих супостатов, проклятых! Ну, все. И отец-то у меня был такой. И муж-то еще хуже. И друзья, приятели его, все такие всю жизнь они из меня вымотали. Да кажись, приведись только мне, я бы одному за всех вынести. А? Зарежу! Потешила бы свою душеньку, да не приходится. Ай, хвостать-то, что-то у нас коротко. Перед деньгами-то не устоишь. Ой, проклятые эти они. Особенно, коли их нет. Ну, я спать пойду. С Богом, маменька, с Богом. Со мной такие разы бывали, оно довольно конфузно. Да разве можно? Что вы? Очень даже можно. Особенно если хозяин или хозяйка с характером. Так и пойдешь, как не солоно хлебал. Да еще оглядываешься. В затылок не провожают ли? Ну-ка. А вас что, провожали? Ну-ка бы не провожали. Так я бы про эту деликатность и не знал. Да не может быть. А от образованных людей, конечно, ожидать нельзя. А по нашей стороне всякого дождешься. Кругом нас какое невежество, это свирепство, это страсть. Каждый хозяин в своем доме, как оператор японский, Хиромота. Дых, вонзай. Только что голов не рубит. А вы, должно быть, трус? Это за что же такая критика? Да всего вы боитесь. Совсем даже напротив. А я так чувствую, что во мне даже отчаянности достаточно. Против кого? Против всех. Thank you.
И хозяин тоже, случись что, так немного с меня и возьмет. Тоже осажу в лучшем виде. Да правда ли? Ага, с тем возьмитесь. Ну, смотрите, я трусов не люблю, я вам вперед говорю. Ну, зачем же? Мы не в том звании родились. Нас с малолетства геройство не обучают. А где же ли взять на себя смелость? Ну так, берите же ее почаще. Таков ваш совет? Да, да, таков мой совет, и маменьки моей не бойтесь. Но в таком случае все аккуратнее будет исполнено! Вот и прекрасно! Вот и прекрасно! И всегда, слышите? Всегда меня так слушайтесь! Теперь самое время вам учить меня. Это почему же? А, я так чувствую, что у меня даже в мыслях разбивка пошла врозь. А что же с вами сделалось? От чувств. Скажите, пожалуйста, какой вы чувствительный. Я-то сам себе не рад, вот как. Только что складу в словах не знаю, вот одно. А то что бы было? А сейчас бы все стихали. Я вас люблю, я к вам стремлюсь. И сей же час я к вам явлю. Можно обойтись и без стихов. Баю, баю, кота, колыбелька золота, а у дитятки мало и покраше того. Баю, баю, кота. А это вы для кого же сувенир? А вам что за дело? А значит, мы сейчас конфискуем. Кто вам позволит еще? А ежели без позволения-с? А без позволения-с к мировому? А я мировому скажу, что на знак памяти. А в знак памяти просят, они сами берут. А ежели от вас не дождешься? А значит, вы и не стоите? Ну, хорошо бы, на один день. Позвольте попользоваться. Да не на один час. Жестокости пошли. А вот за эти слова сейчас же положите, не смейте трогать. Для вас вышивала, да, да, для вас, а вот теперь еще не отдам. Ну, а ежели для меня, имею полное право. Никакого права вы не имеете, подайте. Не достанетесь. Вы думаете, у меня силы не хватит? Бабай! Это что? Еще! Как есть, кругом виноват. Стыдно вам? Ну, конечно, что стыдно. Но только ежели удержаться нет никакой возможности. Со временем и я человеком могу стать. Но ежели я вам хоть сколько-нибудь не противен, я вашей маменьке во всем могу открыться, как должен. Маменьке? Нет. Мне теперь, что страшно, так это какое мне от вас решение выйдет. Ну, хоть одно слово, а? Ну, уже ли так без внимания меня оставите? Ну, имейте хоть сколько-нибудь снисхождение. А может, не верите моим чувствам? Всею душой заверить вас могу, кабы ежели я ничего не чувствовал разум. Ну, хорошо, хорошо. Я вам верю. Вот только долго ли дожидаться-то, когда вы вполне человеком станете? Когда хозяин
Настоящее жалование положит. Ну, вот тогда и скажете маменьке. Да и я, пожалуй, поговорю. А ленточку все-таки подайте. Нет уж. Теперь собственность. Как не собственность? Это мой ведь. Смотрите. Только ежели вы опять... Как можно? Ну что за возня? Покоя никакого и нет. При чем это? Вот славно-то! Да что же это? Да что ж это такое-то? Что? Ничего. Да как ничего, когда я своими собственными глазами видела, как ты его... Как он и тебя целовал? Эка важность поцеловал. Вот кого укусил... Вот это нехорошо. А подоила неважность, а срам стало быть ничего, вы только вот полюбуйтесь, что она делает, да? А вы думали, что я все в куклы играю? Ну, потихоньку, от матери. Да и при вас, пожалуй. А срам стало быть ничего. Стало быть ничего. Все-таки нехорошо, что мать ничего не знает. Да и знать-то вам еще пока нечего. Ничего верного нет. Но вы не переживайте, маменька. Ежели чего скажем, мы этот порядок знаем. Не, ну все-таки не вовремя вы христосоваться начали. Ну вперед зачтите. Конечно, удержать себя можно. Да на что? Молодость-то наша и так не красна. Чем ее вспомнить будет? Ну, а ты? Я тебя зачем в дом-то пускаю? О, хорош. Я теперь и без слов все одно, что убитый. На всю ваша воля. Прикидывайся ты сиротой. Я вот того погляжу, что от тебя будет. И того турну, брат. Ой, да будет вам. А, не любите мать-то слушать? Гулять идемте. Ай, гуляй не одно, но у меня. А побронили, исправили, будет. Ай, да и шут с вами. Собираться видно, да гулять идти. Сел бы я! Да порядку у тебя в доме нет, вот что! Я не понимаю, батюшка, о чем это ты? Не понимаю! Не понимаю. Ну, что изволите, дяденька? А и ты не понимаешь. А так что же вам будет угодно? Да очнись, где ты? Ударь Федосевнес. Ударь Федосевнес! Знаем, что ударь Федосевнес. Так что ж, тут ты быть и должен. Я в гости пришел. А я зачем? А я так полагаю, что и вы тоже, дяденька. Значит, тут тебе и надо быть, да? Понял тебе? Да что же я должен понимать?
Да то, что где хозяин, там тебе не место. Ну, догадался? Догадался, понимаете. Ну вот и пойди вон. Да за что же ты его гонишь-то? Для нас гости все равны. Ну, много вы понимаете. Не ваше дело. Ты как хозяина завидел, бежать должен. Не успел шапку захватить, значит, без шапки беги. Чтоб тебя как ветром сдунуло с лица земли. Да что ж кому я говорю, а? Ну, позвольте. О, за чуб тебя вытащишь, что ли? Да за что же вы такое отношение, даже придамокс? Придамокс много мне надо, вытащим все! Да за что же вы... Да пошел вон, говорю тебе! Струсили! Вон, без разговоров вон! Стыдно трусить! У меня струси! У меня не такой струси! Что же это вы, страшные, что ли, очень? И вот струсил! Не страшен я! Струсил! И говорить-то ты не умеешь! Не страшен я, а грозен! Вот! Страшен-то черт! Да пугало страшно! На огороде ставят! А ты еще садишь да подчешь меня при мальчишке-то! Да чем он тебе помешал, не понимаю! О, не понимаешь! А пора понимать! Не за мужиком замужем-то была! Порядок-то в доме тоже был заведен! Учение-то мужнино! До сих пор поди помнишь! Что за невежество? А никакого тут невежества нет. И что это ты меня учить стал? Поздно уже, да и не нуждаюсь я. Да мне-то что? Живи как хочешь, тебе же хуже. А вот проживание как-нибудь, так еще немного осталось-то доживать. Да ты пойми, ну как ему с хозяином в одной комнате? А может быть, я разговариваюсь с вами, пошутить захочу. А он рот разведет, слушать станет. Какой страх у него будет после этого? Он в жизни от меня, кроме ругани да приказу, ничего не слыхивал. Он же скажет, хозяин-то такие же глупости говорит, как и все люди. А он этого знать не должен. О, так я вам уж вашу политику-то понимать-то. Мы когда сберемся, хозяева-то, так безобразничаем, что... Ни сказки сказать, ни пером описать. Да что ж там, и пустить к себе в баню приказчиков-то. Ну, это уж ваше дело. Вот то-то я и говорю. Ты как меня завидела, прежде чем сажать да подчил, вытолкнула бы его за дверь. И ему на пользу, и мне приятнее. Баю-баю-ка-то, колыбелька золота, а у дитятки моего и покраше того баю. Может, самовар поставить? Переночка пухова, а у дитятки моего и помягче того баю. А не хочу! Обидели! Ой, тетенька, седенький! А у дитятки моего и помягче того. Да ты пойми, для нашего брата, ежели что захотелось, дорогого нет. А у вас, нищие братья, ничего заветного нет. Все продажное. А тут из гроша рубль. Ну поняла теперь? Да не вдруг-то. А вот сейчас тебе. А можешь ты меня поцеловать теперь? При матери. А могу? Да, могу. Могу, коли захочу. Да ты захоти, в накладе-то не будешь. Да и барыша мне не надо. А так только, чтоб лишнего разговора не заводить. Извольте.
Видала, а? Да что видать-то? Я и то видала. Чмокнуть губами-то невелико дело. Все равно, что горшок об горшок. Сколько не бей, а масла-то не будет. А вот есть дело совершенно другого рода. Вот тут, мать, только смотри. Нет, ты слушай. Ведь богатство-то оно чем лестно, а? А что захотел, что задумал только, то и твое. Ой, ну если б я знала, что вы так мое снисхождение понимать будете, ни за что б не поцеловала. Ни за что б не поцеловала бы. А ты помолчи. О, нет, погоди. А ты родителей понимаешь? Ну, как это? Ну, почитаешь. Почитаешь, как старших-то? А, почитаю. Ну, так зато и люблю. Еще как люблю-то! А ты не смотри, что я стар. Я еще, ух, какой, да? Ты поди меня в скромности видишь и так и принимаешь. А в нас и другое есть, да? Как я захочу, так себя и поверну. Я все могу. Могущественный я человек. Приятно слышать. А ты слышала ли, что бывают такие старики, что на молоденьких женятся? А как не слыхать? Я слыхала, что есть и такие девушки, что за стариков выходят. Ну так это же все одно. А вот и не все. Старику-то приятно жениться на молоденькой. А вот молоденькой что за охота? Ты этого не понимаешь. Не понимаю. Ну так я ж тебе растолкую. А растолкуйте. А вот ты бедная. Да. А пожить тебе хочется, ну как там у вас по-женски? Салоп какой, или шляпку? Как? На лошадях, на хороших прокатиться? На коляске какой, модно, а? Птица тройка! Нет, удалой, молодец, он где? Последним-то все и изгадила. Ты этого даже в мыслях не держи. Это грех. Великий грех. Да. Я не буду думать. Это так, с языка сорвалось. Я теперь буду думать, что молодые прежде помирают. Да, вот это лучше. Вот. Только вы, пожалуйста, этого маменьке не говорите. Боишься? Боюсь. А вот это хорошо. Страх для человека – это лучше всего. А вы страх имеете? Да мне-то зачем? И перед кем? Я и так умен. Страх для мужчины полезен, если он подначальник. Да.
А бабе всякой и везде. Так что ты и маменьки бойся, и мужа бойся. Вот и будет тебе от умных людей похвала. Чего лучше? Вот теперь-то я понял вас обеих, что вы за люди, а? И слава богу, Ермил Зотыч. Ну, теперь-то я к вам запросто. А к вечеру ждите гостя, великим гостем. Будем ждать. Будем, Ермил Зотыч. Думала ты, гадала, что я так полюблю тебя, а? Да и во сне не снилось, Ермил Зотыч. Ну, то-то же. Ну, покуда чего разговаривать, будет время. Прощайте. Прощай, милая. Прощайте, Ермил Зотыч. Маменька, когда Ипполит придет? Гоните его без милосердия! Ой, Анечка, хватай же ты! Хватай же ты! А чего это мы сидим? Антракт! Ага!